Хотел подстрелить зайца, а попал в голову друга. Житель города Ельзово нечаянно выстрелил в товарища на охоте. Как рассказали в краевом следкоме, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следственным отделом по городу Ельзово, Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Ельзово. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, ночью 11 ноября 2020 года подозреваемый, находясь на охоте на зайца в Елизовском районе, вследствие преступной неосторожности в форме небрежности, будучи в условиях темного времени суток и отсутствия ясно видимой цели, не убедившись, что 39-летний товарищ, также находившийся с ним на охоте, находится на траектории, произвел выстрел в сторону последнего из огнестрельного охотничьего ружья, попав дробовым зарядом в область его головы. В результате неосторожных действий подозреваемого потерпевшему причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, огнестрельного ранения головы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела продолжается.